Всем привет, дорогие друзья! Рады вас приветствовать на нашем новом видео. Сегодня Денис Дека Жуков будет отвечать на ваши вопросы. Денис, здравствуй. Привет. Ребята задавали тебе вопросы, я их буду зачитывать. Ты, пожалуйста, на них очень честно отвечай. Денис, твой любимый скин на АВП? Гунагнир. Че? Хорошо, а топ-3 есть какой-то? Ну вот Гунагнир первый, какие еще два? Медуза, файк. А Драгон Лор? Хуйня. А Азимов? Хуйня. Ну я так понял. Как Денис Жуков любит вставать по утрам? Не люблю. Не любишь? Ну, а вот если приведется, вот официалку поставили, как ты встаешь? Просто, ну, блядь, как? Ну, кофейку, там, разминочка, какая-нибудь зарядка. Кофе, сигу, все. Кофе с сишкой? Да. Сигарета вредна. Похуй. Если бы ты стал животным, то каким бы? Ну, который сдохнет, блядь, на следующий день. Ну, гусеница, блядь. Гусеницы долго живут. Да, я не знаю, они наступят через полчаса. Второй вопрос. 10 часов поспать или 10 часов поиграть в КС? Спать. Тут даже добавить нечего. Следующий вопрос. Был ли у тебя некий наставник в игре, которого ты слушался? Каждый тренер по чуть-чуть. Каждый тренер по чуть-чуть. То есть не было какого-то одного? Но мне все понемногу были. Ну ладно, хорошо. Сколько ММР в доте и кто любимый герой? 1200 с чем-то. Опа. И что? А часто вообще играешь в доту? Да уже 3 месяца. Ну то есть как мы с тобой последний раз поиграли, так все? Ну не, может еще пару кадров было. Почему ты не тренируешься с ботами, а играешь 24/7 в Gacha Life? Я не начал. А почему ты с ботами не тренируешься? Давай с этого начнем. Ну, тренируюсь. Я не начал запрос. Хорошо, а ты больше тренируешься с ботами или на ДМ любишь играть? Да по-разному. Ну что тебя больше всего импрувает? Да я не знаю, мне без разницы. Один день бот могу, один день ДМ могу, месяц вообще не играть. Какое у тебя образование? И как предки, родители, относятся к твоему виду деятельности? Да школа, блядь, 10 класс. 9, не 11? Не, 9. А как родители относятся к твоему виду деятельности? Да похуй вообще. Ладно. Следующий вопрос. Что лучше играть, ХСДМ или смотреть демки? ХСДМ. А ты сам вообще много демок смотришь? Ну... Такое важное, когда не заставляют? Ну, 2 в неделю, может. 2 в неделю? Ну да. Хорошо, я запишу. Ладно, как переборол страх ланов? И какой можешь дать совет парням, играющим свой первый лан? Просто сыграть. Ну, ты помнишь свои впечатления от первого лана? Приехал, охуел. Ну, ты нервничал там, я не знаю. Проиграл сразу, может, и выиграл. Ну, я выиграл, кстати, первый лан. Выиграл сразу первый лан? Давно это было? Год 4, наверное, 5. Так какой совет ты можешь дать парням-то? Да никакой, играть ланы все. Просто сыграть лан? Ну, первый приедешь, обострешься, второй не обострешься. Ну ты на первом не обосрался. Как так? Ну я обосрался, но выиграл. Ну хорошо, ладно. Следующий вопрос. Привет, Дэн. Можешь поздороваться. Человек же задает вопрос. Привет, Дэн. Можешь рассказать, как ты ухаживаешь за волосами, как ты их делаешь такими пышными? Честно? Ну, конечно, нужны только честные ответы. Нихуя не делаю. Тут даже не моешь? Ну просто помылся. А как ты вообще... в блонд покрасился. Сам хочу, но погадим с интернета. Это вообще ужас. Пора в салоне, 2 раза в дом девушка красила. А какой цвет следующий планируешь? Без понятия. Ну вообще хочешь покраситься? Ну я не знаю пока. Я только недавно перекрашивал. А в черный фул не хочешь? Нет. С кем из команды ты общаешься больше всего? Трэвис. А что вас связывает? И как вы вообще вот словили этот коннект? Да я не знаю. Ну, уже 1-2 года так общаемся. Просто вы же долго вместе играете? Ну, мы изначально нормально общались. Ну, то есть вы сразу сметчились. Хорошо. А как познакомился с девушкой? Ну, это в школе знаком был. Правда ли, что ты подавал заявку в Insilio? А, ну, кстати, было, да. Insilio это... Это, кстати, знаешь, что я написал? Я сказал, только с Даньком пойду. Данек это... 150. 150, да. Он сказал, нельзя двоим. Так бы мы тебя видели в Insilio. Это было 4 года назад. Ну это еще было до тестов, до... Ну 4 года назад. А что 4 года назад было? Ну вот это. Ну это ты с Кучом уже на ланы ездил? Наверное, не помню. Хорошо. С какими игроками ты бы хотел сыграть в одной команде? Хех, тебе не знаю, вообще похуй. Ну там Simple, Zywoo, не знаю, Device, да, Get Right. Да, да вообще так похуй. Реально? Вообще абсолютно. Что ты делаешь, когда тебя морально давит соперник эмоциями? Ну, часто такое вообще было, что ты сидишь, наверное, на турнире и слышишь, как там француз, например, орут. Что-то. Я разу ничего не слышу. Ну, то есть тебя, в принципе, эмоциями никогда не давят? Да меня вообще похуй.
Так скажу. Вот, ребят, вот к такому надо стремиться. Вам всегда должно быть все равно. Ну, в смысле, на эмоции соперника. Как ты пришел к тому, что хочешь быть снайпером? И как ты тренируешь ОВП? Просто играл. Ну, а как ты к этому пришел? Ты же не сразу начал с ОВП играть. Ты даже, по-моему, перед нашей командой, когда тебя на тест брали, ты в прошлый играл без ОВП. Ну, это из-за денег пришлось. Как ты вообще пришел к тому, что ты авиком стал? Ты почувствовал? Я не знаю, просто играл, типа, и все. Ну, то есть ты сразу начал играть с авиком? Ну, плюс-минус. А какие команды тебя инвайтили, но ты им отказал? Mm. Очень частый вопрос, кстати. Энс были, Спирит были. Вот же на один турик звали. Наверное, все. На Team Soul Meet было, кстати, недавно. Поменялся ли твой плейстайл после того, как Бумыч стал капитаном? И сейчас ты делаешь то, что хочешь на карте, или же у команды есть четкий план на каждую игру? А, ну я на Нике теперь два пака кидаю на Блед Дефолт. Так, и все? Ну, в принципе, да, я теперь ну, по 10 ну, гранат за раунд кидаю. Ну, так это же круто. Нет, что очень круто. Ну, ты смотри, ты убиваешь. Ну, знаешь, вот в команде есть водонос, который водносит, а я вот гранаты, знаешь, их ношу и кидаю. Ну, смотри, ну, получается, ты делаешь хороший импакт, потому что ты кидаешь гранаты и еще и убиваешь с авиком. Это же круто. Сейчас заедись. Ну, значит, Бумыч, респект? Не. Понятно. Я лучше сдох пошел, чем два пака скинуть, блядь, прежде чем круто убить. Хорошо, так и запишем. Дека, сколько пьешь энергетика в день? Месяц не пил. Ну, а так, типа, очень редко пил. Ну, то есть, не было такого, что каждый день там перед официалками? Ну, ты, кстати, перед официалками пьешь энергетики? Ну, очень редко. Последний раз, наверное, на месяц, может, два назад. А ты вообще от них чувствуешь какой-то эффект? Потому что я вот много знаю людей, которые просто пьют, как обычно. Там, ну, кол. Я пью особо для вкуса, потому что эффекта кого-то нет. Хорошо. Смотри, вот интересный вопрос. Как перестать быть токсиком? Не знаю. Ты так и не перестал? Нет. Почему на всех рубриках когда команды ты выглядишь так, как будто тебя насильно заставляют участвовать? Потому что это правда. А? Это правда. Это правда? Да. А как ты вообще относишься к медийке? Да ебало. Все честно. Вы говорили правду. Все говорить. Часто. Часто это. ЧП. Вопросы это. Я со своего таки. Закончились? Не, вопросы есть. А насколько сильны твои ожидания от состава? Совпали, не совпали с реальностью? А видишь ли ты прогресс спустя полгода и дальнейшую перспективу состава? Ну, думал на мажор пройдем. Там не повезло. В конце сезона турик выиграли. Ну, в принципе, прогресс, ну, есть какой-то. Ожидания как вообще? Совпали, не совпали? Чуть-чуть не совпали. Чуть-чуть не совпали. Смотри, второй вопрос от этого же гражданина. У тебя есть девушка? Насколько сильно ее поддержка влияет на твою игру? Было ли тебе труднее без нее? Ну... Бля, да ебать вопрос. Хуй на это. Ну, смотри, давай так. Она смотрит твои матчи? Ну да. Она тебя поддерживает? Ну да. Ну тебе это нравится? Ну, ты от этого чувствуешь, ну, что вот, а тебе помогает ее поддержка, ты там, а, у тебя, не знаю, плюс мораль всегда, что вот тебя поддерживает любимый человек. Она же тебя поддерживает? Ну, если выиграю, плюс мораль есть, если поддерживает, как проебал, ну, типа, я прошу, чтобы меня вообще просто не трогали. Окей, следующий вопрос. Женился бы на кенгуру за пачку Чапмана? Не знаю, что это за вопрос, но вот гражданин хочет знать, у тебя такое... Не, хуйня. А расскажи, что за мем вообще про кенгуру? Я потому что вообще не выкупаю. Я тоже. Ну откуда пошел? Я просто не первый раз вижу про этого кенгуру. Да я ебу, что эту хуйню пишет. Короче, просто так они... Наверное. Придумали просто так? Ну типа того. Ребят, ну что, придумайте просто так, на елки-палки. И вот еще один интересный вопрос, последний. Когда дети с Сашей? После 30. После 30? Это не факт. Это не факт? Почему не факт? Ты что, знаешь, чему не нужен? Ну, правильно, сначала карьера, нужно всего добиться. И потом пенсия. Потом еще пенсия. Отдохнуть на пенсии. Ну, хорошо. Ребят, надеюсь, вам понравились честные ответы Дениса. Подписывайтесь обязательно на наши соцсети, ждите видосов. Всем до новых встреч, пока-пока. Ты что, не имел после толка, блядь?